Официальные власти Узбекистана прокомментировали гибель казахстанца Уалихана Ахметова. Подтверждается факт применения оружия узбекскими пограничниками на реке Сырдарья. Об этом сообщает узбекское информационное агентство подробно. По версии Ташкента, огонь был открыт в ответ на попытку казахстанцев пересечь границу. Также узбекские погранслужбы призвали казахстанских коллег проводить разъяснительно-профилактические мероприятия с жителями региона, чтобы впредь не допустить подобных случаев. Напомним, 28 июня узбекские пограничники застрелили на реке Сырдарья 36-летнего Уалихана Ахметова, который рыбачил вместе с напарником. Тело отца семерых детей с огнестрельными ранениями нашли в моторной лодке.